Администрация Красноярского края и законодательное собрание региона объявило как о какой-то победе, о принятом решении просить Москву, федеральный центр, выдать Красноярскому краю инфраструктурный кредит на строительство метро 89 миллиардов рублей. Это преподносится властями как некий критерий, лакмусовая бумажка финансовой стабильности региона. И что, ура, даст Бог, нам дадут в кредит эти деньги, эти почти 90 миллиардов рублей, и строительство метро сдвинется с мертвой точки. Многие из нас, наверное, переваривали эту информацию, и ключевое недоразумение, непонимание в этой новости, а почему кредит? Лет 15 шли разговоры, в том числе с Путиным, с министрами финансов, властей Красноярского края. Все что-то спрашивали, консультировались, интересовались их мнением, спрашивали разрешение, просили деньги. И все кивали, никто не говорил нет. И вот сейчас, в 22-м году, выясняется, что никто не против на самом деле. Просто денег жалко на Красноярский край. Стройте сколько хотите на свои деньги или в кредит. Первая мысль, какого черта, ребята, каждый месяц Красноярский край отправляет в федеральную казну порядка 40 миллиардов рублей. Полтриллиона рублей в год Красноярский край, как колония, платит дань Москве, федеральному центру, непонятно за что. Потому что, по сути, федеральный центр не выполняет никаких встречных финансовых обязательств, кроме выплаты зарплаты силовикам, МВД, ФСБ, тем, кто получает зарплатушку из федерального бюджета. Красноярский край выдаивают, как дойную корову, выжимают досыха, а в ответ власти приходят в Минфин, говорят, дайте нам деньги, мы же так долго вас уговаривали и получали даже согласие первого лица, президента Путина. А выясняется, возьмите в кредит, вы же стабильный экономический регион. И дальше возникает вопрос, а благодаря этому кредиту Красноярский край сохранит стабильность? Имея государственный долг, который еще несколько лет назад там был больше 100 миллиардов, сейчас вроде как официально на бумаге сократился до 60, планируют еще снизить его до 50. Но если взять в кредит-то в долг у Москвы почти 90 миллиардов, фактически долг Красноярского края вырастет практически до 150 миллиардов рублей. А это уже, извините, сомнение в его финансовой стабильности, когда он одолжился не только на государственный долг, но и на строительство метро. Если копнуть ситуацию глубже, то можно рассуждать не только о некомпетентности, профнепригодности и импотентности руководства Красноярского края, которые не способны пролоббировать интересы красноярцев. Правительство, которое не договорилось ни с Путиным, ни с Минфином о каком-то государственном участии в инфраструктурных проектах. Ведь вспомните, 4-й мост Николаевский строился по большей части на федеральные деньги. Универсиада проводилась 50 на 50. И ни о каких кредитах тогда речи не шло. А вот метро стройте в кредит. Выясняется, что в подобную ситуацию Москва нагнула, я так скажу, поставила, сами знаете, в какую позу, все регионы, которые строят метро. В России это 7 городов, где есть метро, ну и 8-й город Красноярск, где о метро мечтают, где его проектируют. Так вот, с 2010 года федеральный центр отказался финансировать строительство метро, и города, кто как может, сами его строят. Последний, кто смог ухватить бога за бороду, город, это город Казань, который в 2005 году, благодаря тысячелетнему юбилею, получил
транши из федерального центра на строительство метро. И в 2013 году в порядке исключения в рамках универсиады тоже дали немножечко денег федеральных. Но на самом деле, там, допустим, из 12,5 миллиардов на метро, лишь там 1,5 миллиарда были федеральные деньги. А в основном, опять же, заемные и собственные. То есть города-миллионники в России, имеющие метро или помышляющие метро, должны за свой счет строить метро, заниматься инфраструктурными проектами и не забывать своевременно перечислять в Москву дань, налоги, не ожидая в ответ ничего, кроме как охраны границ, кроме как вот этих вот геополитических игр с крейсерами, с кораблями у границ, сами знаете, какой страны, там, со всевозможными войсками сухопутными, на которые тратятся огромные деньги, на поддержку силовиков, на расширение штата полиции для разгона мирных демонстраций. Вот на это федеральные власти деньги тратят. На это деньги не жалко. На тигры, на современное оснащение, на премии сотрудникам МВД, которые разгоняют митинги. А на метро берите кредиты. Как вы относитесь к такой позиции власти? Согласны ли вы, что это несправедливая колониальная политика, которую нужно отменять, пересматривать и, наконец, повернуться к регионам-донорам лицом? Согласны ли вы, что федеральные власти должны заботиться бескорыстно, без кредитов не только о некоторых регионах Кавказа, но должны думать и о Сибири, где людям тоже тяжело живется? Ведь сегодня федеральные власти лишают регионы мотивации тем, что выгребают подчистую деньги. И потом мы опять стоим с протянутой рукой и клянчим деньги на мосты, на метро, на детские сады, на школы, на дороги. Я не хотел бы, чтобы центр ФСБ в моих словах нашли нотки сепаратизма, но мысли о том, что Москва сожралась, что федеральные власти оторваны от регионов, что они, наверное, на карте вообще себе с трудом представляют, что такое страна дальше Урала или даже Садового кольца, это рано или поздно кончится. Ведь народ-то взорвется. А что вы думаете об этом, ребята? Поделитесь. Любая активность в этом видео, лайки, репосты, комментарии помогут в его продвижении. Всего вам доброго.